Всем привет, дорогие наши телезрители. У нас сегодня выходной день, воскресенье. Сережа сходил к зубному в понедельник, да, прошлое, а теперь в это воскресенье я иду к зубному. Так что все надо зубами. К зубами все закончить и все. До майских праздников. Сережа отстрелялся, я сейчас. Сень, ты как, это готова? Не знаю. Готова, не готова. Привет, что, Женя. Да, готова, не готова, а что мне делать? Что-то не бойся, ты пойдешь к тому доктору, где был я. Это классный доктор, она все сделает, чуки-пуки. Как будто если я не готова, то мне делать ничего не будет. Все тебе сделают обезболивающие там. Ладно, ладно, посмотрим. Осталось сколько, 6 минут, пошли. Да, пойдем. Ой, там собака, ебать. Так, друзья, наконец-то мы вышли из клиники. Были там аж час 40. Час 40, да. Час 40. Так, ну что, Жень, рассказывай. Ну, у меня еще не отошла это. Наркоз? Да, видишь, сдут. Ну, в общем, сделали. Один зуб сделали мне. Там пришлось удалить нервы. Да, нервы удалить. Угу. Вот. Она снимает сейчас? Снимает. Может переключиться? Ну, в общем, короче, вот тут у меня еще припухша. Значит, сделала она мне один зуб, который я, кстати, и думала, что мне его надо делать. Вот, запланировала. Но там пришлось удалить нервы, хотя зуб у меня не болел. Вот. Но она сказала, что вообще странно, что там как бы нервы были такие уже, как будто убитые. В общем, ну, не знаю, что, но, в общем, сказала странно, но удалила. Все, и этот зуб она уже мне все сделала полностью, в общем, все нормально. Но нашла еще, так сказала, все хорошо, нашла еще одну маленькую дырочку. И, в общем, сказала, что записаться к ней, потому что какая ситуация получилась. Мы пришли, и у нее клиентка сидела, и я пошла на 40 минут позже, чем была записана. Вот, и она говорит, я бы так сделала бы за прием, но... чуть-чуть бы задержалась, но уже некуда и задерживаться, потому что она и так уже... А не работает до 8, время уже. Вышла из графика, вот. И там вдруг надо будет тоже делать рентген мне, в общем, как бы проблема будет. Вот, она сказала, ну запишитесь, и вот через день, она работает через день. Все. Так что записалась, сделаю во вторник вот этот зуб и буду свободна. Вот, а еще узнала про скидку. Мы с Сережей уже там сколько раз лечились, оказывается, нам уже скидка положена 10% вообще. Угу. Ну, там и 30 тысяч, когда набираешь, и будет 10%. Так что так вот. Ну вот все. Такие дела, едем домой. Вот у меня будет отходить там среди. Все, отмучилось. А не больно было? Да не, ну больно-то как? Больно будет, когда анестезия отойдет. А так-то они же хорошие ставят. Анестезию ничего не чувствуешь почти. Да и ничего болеть не будет, что там болит. Ну, когда нервы удаляют, это не знаю. Когда просто сверлят, да. А когда нервы удаляют, они же там каналы так это чистят нехило. Так что. Ты не сказала, какие у тебя зубы? Хорошие, плохие? Не, ничего она не сказала, ну больше не нашла пока дырок. Она посмотрела, шестила вот эти стопы. Ну, с этим я пошла, потому что я так знала, что мне тут надо делать. А вот еще рядом, она сказала, он задел, ну, как бы, два зуба эти рядом, и они, поэтому надо там тоже. Ну, вот. Понятно, понятно. Чего такого она не сказала? Спрашивала про скидку, она меня спрашивает, а у вас скидка есть? Я говорю, нет, наверное. Я говорю, какая скидка? Она говорит, ну... В общем, ну она говорит, ну нет, так нет. Я думаю, надо спросить у нее, какая скидка. А мне ничего не говорила. Она просто спросила, скидка у вас есть? Я говорю, нету. Она говорит, ну может в следующий раз будет. А я вышла, а потом думаю, а как в следующий раз будет, если у меня нет скидки? Угу. Решила спросить. А видишь, потому что она имела в виду, что может что-то накопится. Если бы она не спросила, вообще бы даже не знала, что у них есть скидки. Даже не спрашивала бы. Представляешь, а мы можем уже лечиться со скидкой. Да. Тоже, они ничего не говорят. А еще умалчивают! Да. А еще я карту запросила свою, и она мне сказала, что мне в прошлый раз сделали, то, что я хотела узнать. А, и что? Ну, узнала просто, в каком зубе вот это все. А, ты правильно ничего не сказала?
Нет, ну откуда она знает, не она лечила, я просто спросила, потому что помнишь, я говорю, я не помню, в каком зубе мне вот это делали. И как раз я спросила, а моя карта вообще лежала не на том месте, не на О, а почему-то на Н. На М? На Н. Ну, ну ладно. А когда она положили на Н, на букву, вместо О, что значит на Н? Там идет по алфавиту фамилия. Понятно. Ладно, выключаю, дорогу показываю. Hi people, мы, короче, в магазине Пятерка. Решили время не терять. Вот, в общем, что взяли? Вот такие по акции помидорки соленые. Так они 119 стоят, а так что-то 56 каждый, если две берешь. Вот, творожочек. Варенька, варенье. И вот лечо и огурцы. А Сережа хотел бананы, бананов нету. Дачники у вас купили все бананы. Московские дачники. Мы сейчас уже в Москве. Соус для мяса. Ух ты ж, ничего себе. Круто. Нам брать не будем. Во всех оно есть. Финиш, да. Вот видишь? Просто не во всех магазинах есть. Помнишь, мы в Ашан ездили, чтобы купить. А вот пиво тут продается. Я к чему это говорю? Потому что пиво продается. Я сказал, чтобы не алкогольного дела, а как пиво-то продают. Ну, пиво даже не алкоголь. А что это? Это такой алкоголь. Если не алкоголь, что дети мне продают? Алкоголь. Ну, ясно, что вина нет. Вина здесь нету, да. Ни вина, ни водки. Ни водки, ни мартини. Да. Ни мартини. А рюмки есть? Рюмки есть? Такие стопки. А итальянского вина нету. Так. Нам не нужно? Губка для обуви здесь. Бесцветная, между черная. Ну-ка. Ты черная? Ты Маша что-то оттерла, она какая-то... Это... Гладкая кожа. Никакая. Быстрый уход. Это давай возьмем. Как стоит? Возьмем. О, а что это за народ? Не надо, поставлю здесь. Глэйд есть здесь, да. Это не Глэйд, а Рвика. Что такое? Это Либерхаус какой-то. А, Либерхаус. Вот Арвика к ним есть, а Глейда что-то не вижу. О, где такой, ну-ка, Жень? Глянь, охренеть. Шампунь ходу шел, что он такой здоровый? Ну, капец. Мега упаковка. Нету такого? Так, ну ладно. Барьер. Бумагу. Вот где полки пустые. Все разобрали дачники. Че там? А чего? У меня закончилось. Мега упаковка тоже? Ну она дешевле. Что, будет, что она? В этом магазине, что мега упаковки? Смотри, как вкусно. Фу, ехал, бабай. Ты что мне сделал? Вкусно? Что? Очень вкусно. Малинка, пилон, возьму. Не знаю. Так, ну все, погнали. Смех, а походу здесь все мега упаковки. Гляньте. Чувствуете разницу? Это походу для суровых дачников, Жень. А я что такое смотрю? Жень, глянь, мега упаковка. Вот это. Кипец. Ленор, да, здоровый. Значит, тут либо мини упаковка. Оттирет мини упаковочка. Интересная Пятерочка. Смотри, как сейчас появилось. Мини упаковочка же.
какой-нибудь паштетик. Ой, что-то ей захотелось. Хватит уже. Мне нельзя, ему хочется. Так. Да что тебе, уже тоже можно. Сок томатный, сок томатный. Где тут сок томатный? Вот. Вот томат. Сейчас мы еще пакет возьмем. Так. Ты видишь, нет? А, вон в конце это не томат. 74 рубля, да, ну-ка. Нет, это красный апельсин. Нет, томатного нет. Можете выйти, вон там. Ты, может, путаешь чем-то же? Нашел. Мини-упаковка. Вот томат. Он на сахар, нет? Это J7. Сейчас посмотрим. Нет, томатный сок, соль. Все. Не знаю, сколько стоит. Сейчас пропьем, возьмем. Так, миралка там еще есть у нас. Яйца тоже есть. Пойдем там морозку. Она там в другой стороне, морозочка. Так, идем в заморозку. Вот такую штуку, да, будем готовить? Ну, как-нибудь приготовим. Вот креветки хорошие, смотрите, такие большие, люкс. Такие огромные. О, вот эти мне нравятся, да, возьмем? С чем? Ну, потом с чем-нибудь будем. На снегу смотрим, полный холодильник. Когда надо будет, купим. Я хочу их, а потом не будет. Будет, тут сюда все одно тоже. Нет, аргентинские вот эти хочу большие. Чуть, ну... Давай сварим их сегодня. Не, не хочу. Это, понятно, уже пиво, а пива не хочется. У нас там вино стоит, вам для пива. Вино портит. Напьем, успеем еще. Это? А это вообще кукурузная. Что, мясо хочешь взять, да? Хочется, не знаю что. Чего? Не смотришь, ничего не хочется. Что-то хочется и не хочется, да? О, куличи уже пошли. Смотри, какой мини-кулич. Слойка, да. Играйся, слойка. Это за слойка. Ага. Так, ну что, пойдем на кассу. Можно пойти хоть бананчики наковырять, там мало осталось, блин. И что буду? Как я без бананов-то буду? Вот этих хоть чуть-чуть наковырять-то можно? Да нет, ладно. Блин, Жень. Да вроде ничего. То есть. А, нет, тоже будет. Блин, короче, брать нечего. Капец. Вот без... Будем теперь без банана. Слива? Нет, сливу не хочу.
Вот эта акция. Сок. А, песня слякоть. Что такое? А, целиком. О, молоко. По акции. Все 3 рубля. Тут кассовая зона, всякие вкусняшки. Ты чё? Не хочу вот завтра, может, потушу. Баклажан. Только с мясом. Мяса нет. Тушу только с мясом, хорошо? Да, мясо. Курицу возьми, с курицы сделаешь. Нет, с курицы нет. Нет? Я не хочу большую. Ну, может, только готовый фарш сделать. Будет не очень. Да. Горький фарш. Горький фарш? Горький фарш, это актуально. Так, вот такой же нашел. Что там, говядина, все. Все, да? Больше ничего. Ну вот это можно с этим смешать. Ну все, добрём два на кассу. Одной же хватит покупки? Хватит, конечно. Я на кассу обслуживания люблю пикать. А где кассир? Где кассир? Я тут занят, по-моему. Я выключил экран. Так, ну вот, друзья, мы на кассе обслуживания. Так, давай, что там у нас пошло? Есть. 350 рублей эта штука стоит. Большая. Так. Маленькая, за 170 купишь. Мясо. 218. Так, зерно. Зерно. 300 рубля держу. Так, теперь вот эта баночка. 87 рублей. Так, рыба тваренька. 84 рубля. Так, Global Village. 120 рублей. Так, твои по акции. Плюс один. Где акции? Вот весна акция. 1+1. 2. А почему эти? 2,119. А, ну 2,119. Правильно. Так, теперь губка. Губка пошла в дело. Ой, губки две сделал, случайно. Удаляем одну. Так, это у нас весовой товар. Так, взвесить. Кладем. Так, это у нас овощи. Это у нас вот баклажан. Все, баклажан. Тоже 16 рублей. Так. Синенькие, синенькие. Да? Все? Да. Так, перейти к оплате. Так, скидка. У тебя есть карта? Сейчас я просто выключусь. Так, ну вот, все, наша покупка составила 1000. Короче, увидели там. Да. Мы все снимали. Так. Да, понравилось. Супер обслуживание. Все. Люблю так сам тыкать. Так, это возьму, это ты возьми телегу, ладно? Домой кати. Домой, домой. Вот такой пятерка магазин, классный. По товару мало, а так хороший. Ну что, друзья, мы уже дома. Вот, в общем, отдыхаю, у меня отходит наркоз. Так что лежу. А, и, кстати, я хотела сказать, что... забыла вам сказать, сколько все это стоило удовольствие. В общем, все это удовольствие стоило 7 с чем-то тысяч, около 8 тысяч рублей.
Так что вот так вот. Это один зуб пока что. 8 тысяч. А еще во вторник, так как я записалась, еще будет. Сколько-то. Надеюсь, там будет меньше. Скидка. Ну, там скидка, да, у нас должна быть. 10%. Вот. Так, мы еще будем что-то снимать, да? Не прощаться пока. Не, надо закупляться уже. А ну тогда на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока. Хороших вам выходных, хороших дней. Все, всем пока. Ну, у нас просто сегодня воскресенье. Так что всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь.